сцене, и это для меня очень дорогие люди. Пожалуйста, друзья, вашему вниманию, саксофон Андрей Чмут. Соло-гитара Никита Наконечник. Друзья, специально из Белоруссии. Мой старый древний друг приехал. Вы же видите, он древний. Он из Ветхого Завета. Но он приехал специально из Белоруссии, из Минска, и его зовут Парух Идельчик. Что, вы, хлопцы, вы узнали? Да. И как его зовут? Рома. Валдис Белос. Друзья, мне очень приятно, что сегодня со мной мой друг, Влад, Володя. Я иногда, когда он мне звонит, я говорю: Владимир Ильич, я тебя слушаю. Владимир Владимирович. Группа Sons of Billy, вы помните? Влад Пивоножко. И, конечно же, сегодня мой драгоценный сын, старший сын на монтажных инструментах, Марк Бикса. Поблагодарить церковь New Beginnings, пастор Василий Ярж, который предоставил мне этот зал. Спасибо, Василий, за очень удивительно. А вы представите еще с нами же звук сегодня, который на звуке, знаете, самый главный человек, в принципе, он может вообще выключить сейчас все. От него зависит все. Выключил. Поэтому я хочу представить, давайте поприветствуем Андрея Алексеева. Также световые диоды, провода, как там еще сказать? Ну ладно, не буду больше, что-то не то скажу. Влад Бондаренко там. Александр Музаков, это вообще, это анархи, что ли? Без Сани вообще никуда. Друзья, следующая песня.